В этот день 2012 года в Астане состоялась премьера постановки «Дочь степи» Кюшедина. Произведение посвящено жизни и творчеству народного композитора Дины Нурпиисовой. Автором пьесы является народная писательница Республики Казахстан Фариза Онгарсынова. Дина Нурпиисова – великая дочь казахского народа. Мне очень хотелось сделать что-то, что останется как память и благодарность потомков Дине, заявила в интервью Фариза Онгарсынова. В этот день 1947 года родилась заслуженная артистка Республики Казахстан, актриса Казахского государственного академического театра драмы Бахэ Джангалиева. Она играла в таких театральных постановках, как «Жюрик Жюрик Ауртпай», «Сыган Серенадаса», «Перед заходом солнца» и многих других. Снималась в кинофильмах «Айгерим», «Час волка», «Кек». Джангалиева награждена орденом «Хурмет» и почетными грамотами Верховного Совета КазСССР. В этот день 1910 года родился Жак-Ив Кусто, французский океанограф и путешественник. Он создал кислородный аппарат замкнутого типа. Совместно со специалистами Французского центра подводных исследований конструируют ныряющее блюдце, компактное судно для подводных исследований. В годы Второй мировой войны Кусто был активным участником французского сопротивления. После нее снова вернулся к любимому делу. В этот день 2013 года в Алматы в казахстанском пресс-клубе состоялось вручение высшей общенациональной журналистской премии Академии журналистики Казахстана «Алтын Жулдыз». Эта премия вручается творческим коллективам редакции газет и журналов, радио и телевидения, издательским учреждениям, мастерам пера, внесшим большой вклад в развитие отечественных СМИ. В последнее время премия вручается выездными делегациями Академии в рамках медиа-курултая. В этот день 2013 года на имя Нурсултана Назарбаева поступило письмо от близких родственников и потомков солдат 106-й казахской национальной кавалерийской дивизии. В письме авторы выражают глубокую благодарность за создание телерадиокомплексом президента документального фильма «О чем молчал Терновник», рассказывающего о подвиге казахской дивизии, павшей в неравном бою под Харьковом в 1942 году.